Ксения Бородина – активный блогер с многомиллионной аудиторией. Телеведущая не скрывает от поклонников личную жизнь, часто публикуя семейные снимки. Кроме того, женщина любит делиться рассказами о путешествиях. Звезда может похвастаться внушительным списком стран, в которых побывала. Однако, несмотря на страсть к туризму, Бородина отмечает, что не смогла бы построить на увлечении карьеру. Она поняла это во время работы на площадке «Дома-2» в Сейшельских островах. Из-за жаркого климата звезда с трудом концентрировалась на съемочном процессе. В YouTube-шоу Дмитрия и Ирины Мир ведущая призналась, что была вынуждена отказаться от участия в еще одной известной программе. «Я никогда бы не смогла стать ведущей «Орла и Решки». Мне предлагали, как приглашенному селебрити, поехать в какой-то город или страну. Я не могу, мне тяжело. Как только я оказываюсь вне Москвы, вне России, все. Во мне переключается датчик, я не могу в другой стране работать. Скорее ощущение, что ты приехал загорать», — поделилась Бородина. Кроме того, телеведущая испытывает волнение перед полетами. По словам Ксении, аэрофобия у нее развилась из-за супруга. «Дело в том, что Курбану важно контролировать ситуацию, он тщательно подходит к выбору авиакомпании и самолета. Порой нервозность избранника передается и самой Ксении. Она также предполагает, что причина фобии – ответственность перед детьми. После того, как я родила Марусю, я стала за рулем себя вести по-другому. Когда родила Тию, появился этот страх полета», – рассуждает Ксения. Впрочем, трудности не мешают супругам наслаждаться отдыхом. Каждое путешествие Бородина старается превратить в увлекательное приключение. Так, в начале июня звезда посетила место съемок популярных сериалов в Турции. Женщине удалось пройтись по знаковым улицам и даже зайти в дом, где разворачивались события. «Если вы спросите, что такое любовь, то я вам скажу, любовь – это ходить за женой по местам сериала, который ты ни разу не смотрел», – шутит Курбан. Бородина также рассказала, что дети не разделяют энтузиазма родителей. Им не нужны вот эти красоты. Каждый раз дочь спрашивает, а там бассейн будет? Их волнует только бассейн, больше ничего не нужно, сожалеет Ксения.